А ну-ка, возьмите ее сюда. Да, да, Мензерфи не буде, ви були в церкві. Дайте інтерв'ю, от дівчинка, дайте інтерв'ю. А ви слушаємо, а знаєте, що стаття в Україні? А ви знаєте, що ви з такого? Ми для цього і прийшли, щоб ви статтю приймете. Знаєте, ми для цього і прийшли. Ми для цього і прийшли. Пусть нас сажають, пусть сажають. Ми для цього і прийшли. Пусть всіх пересажають. А як? А що ви такі неадекватні? Та ми хотим сіять. Ми хотим сіять. Не мішайте. Чого ні? Так я спеціально. Я хочу. Девушка, снимайте. А вы знаете, что этот Янукович на всю Украину сказал, что мы козлы? Вы это слышали? Когда он? Суд признал, Николаевский суд признал президента козлом. Да, мы были на суде. И мы признал центрального района козлом. Извините, у нас мое веселье, а у вас мое. А теперь понимаете, у вас люди бестолковые, не профессиональные. А за президента вам не стыдно? Я иду, я не, ну скажите. Я иду на пусть идет. Так что, не стыдно вам за президента? Что он вор и преступник, и насильник? Суд центрального района Николая признал президента козлом. А где ваша голова? Боже. А мне он уже не нужен. Вот это преступление. Я уже все значит, поняла. Значит, я убил женщину. Ну как, Янукович палками не убивал эти вот цепочки здесь делать женщин. Потом тряпки снимал. Я думаю, дорого. Три раза. Ну чего вы? А то они мне статьей грозят. Да. Нет. Она мне грозила статьей. Два раза его посадили, один раз девочку посадили.